Второй день недели российского ритейла. Мы разговариваем с нашими гостями. Экспонент Эмилия у нас в кадре. Эмилия, расскажите, что вы тут делаете на форуме? Какие цели, какие ожидания от недели ритейла? Добрый день всем. Мы одна из крупнейших IT-компаний России. Представляем регион Татарстан. Компания называется ICL Techno. На стенде представляем оборудование собственного производства. Это рабочие места, это киоски самообслуживания, это микроцоды, ну и так далее. Welcome. Значит, работаем на данный момент уже с крупными сетями, с Ашаном, с X5 Retail Group. Надеемся здесь обрести новых клиентов, рассказать о себе, поделиться своими умениями, знаниями. Вы второй день на форуме. Расскажите, как вам аудитория, которая сюда пришла? Вот те люди, которые проходят мимо вашего стенда, это целевые ваши? Целевая ваша аудитория? Это ваши будущие контрагенты? Очень хотелось бы на это надеяться, но не могу сказать, что пока прямо очень такой серьезный интерес и большой поток. Возможно, появятся еще сегодня, завтра такие люди. Но очень надеемся на это. Спасибо большое, пожелаем удачи. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями. Спасибо.